Выдающийся экономист, руководитель одного из крупнейших банков России, рассказал будущим коллегам о перспективах развития российской экономики и вызовах, которые стоят перед ней сегодня. Встреча состоялась на площадке Института управления экономикой и финансов Казанского университета, где гостя встретили более сотни студентов, которые захотели встретиться с мэтром отечественной экономической науки. Поводом для лекции стала идея необходимости успевать за развитием технологий и вовремя принимать ключевые решения. Я рассказывал про систему Agile, которую мы придумали в корпоративном бизнесе. Для нас очень важно в Agile как раз сейчас набрать студентов, просто молодых ребят, выпускников с хорошим, качественным, базовым бэкграундом образования. Потому что остальному мы, скорее всего, будем учить, потому что мы сами находимся в активном поиске с точки зрения знаний. Технологические прорывы, по словам главы Внешэкономбанка, уже сегодня определяют скорость перемен во всех сферах жизни, от фундаментальной науки до культуры и искусства. Экономическая система, конечно, тоже не стала исключением. Сейчас время, когда нужен сращивание, знаете, и разных технологий, и разного типа знаний, финансовых, нефинансовых, экономических, технологических, индустриальных и так далее. Поэтому вопрос, когда мне сейчас задают, кто нужен как человек, скорее всего, человек очень важен, когда он обладает, знаете, с большим спектром знаний. В заключение своего просветительского выступления спикер выразил надежду, что лекция получилась в должной степени мотивирующей, и сегодняшние слушатели уже завтра смогут встать на путь полноценного воплощения своего потенциала. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.